всем. Здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, что в следующем году все беды, все несчастья, все огорчения отошли на второй план. Даже не то, что отошли, ушли, убежали от вас просто. И к вам не возвращались, чтобы в следующем году, чтобы был он исключительный, чтобы никто ничего не терял. 400-500 рублей такая скатерть. Никто ничего не терял. Был счастлив. Крепкого-крепкого здоровья. Если кто-то болеет, чтобы поправился, чтобы исцелился от каких-то страшных болезней. Вот. Те, кто хочет забеременеть, обязательно в следующем году у вас появятся деточки. Дай Бог. Ну вот, исполнение желаний вам во благо. Ну и всего-всего самого наилучшего, что вы можете себе пожелать. Вот. Ну и, конечно, мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разной верой, вспоминания. Всех до новых встреч. До свидания.